Доброго дня, друзья! Компания Крафт имеет широкую линейку домкратов. Сегодня я вам расскажу про ромбические механические домкраты. Основным преимуществом данного домкрата является компактность и простота использования при доступной цене. Эта модель очень популярна в личном использовании автовладельцев. Его очень удобно перевозить в багажник, так как он не занимает много места. Сейчас я расскажу о принципе действия работы механического винтового домкрата ромбической формы. Домкрат состоит из четырех плотных металлических профилей, соединенных сверху и снизу опорными площадками. Посередине располагается винт с резьбой из высокопрочной усиленной стали. При его вращении угол наклона профилей меняется, и устройство принимает форму ромба, поднимая груз кверху. А для плавного и равномерного поднятия автомобиля используем специальную рукоятку, которая идет в комплекте с домкратом. Толщина металла составляет 2 мм, что значительно толще, чем у большинства других аналогов. Это значительно влияет на прочность конструкции данного домкрата. Высокую устойчивость домкрата гарантирует широкая опорная площадка, а прорезиненная площадка предотвращает повреждение кузова автомобиля при использовании домкрата, а вращающийся угол поворота 360 градусов. В нашем ассортименте вы найдете ромбические домкраты грузоподъемности от 1 до 2 тонн. КТ-8-3023, грузоподъемность 1 тонна. Минимальная высота подхвата составляет 100 мм, а максимальная подъема 350. КТ-8-3024, грузоподъемность 1,5 тонны. Минимальная высота подхвата 105 мм, а максимальная высота подъема 385. КТ-8-3025, грузоподъемность 2 тонны. А минимальная высота подхвата 110 мм, а максимальная высота подъема 395. Подробнее о продукции Крафт вы можете узнать на нашем сайте. Спасибо за внимание.